Всем привет! Меня зовут Мария, менеджер компании Globus. Прямо сейчас мы находимся в нашем офисе в городе Фошань, Китай, и собираемся посетить шоу-рум с самыми популярными моделями мебели в современном стиле. Там представлен мебель в разнообразном качестве, это кожа, текстиль и другие материалы. А какое качество они нам представляют, мы сейчас и проверим. Вы сможете подобрать мебель для своего дома, и не забывайте, что мы делаем доставку во все города России. Невероятно нежная обеденная группа в неоклассическом стиле подойдет и в современные интерьеры. Столешница сделана из печеного камня, а ножки стола и стульев сделаны из металла. Набитое кресло мешок и такого же рода пуфик в виде кубика. Оба предмета дизайнерские под Lazy Life Paris. Кресло раскладывается и образует лежанку с круглым валиком. Диван, который смотрится довольно строго благодаря своей геометрической форме. Несмотря на это, он очень удобный и мягкий. Перьевое наполнение в подлокотниках. Как правило, модели с жестким каркасом имеют очень мягкие подлокотники и спинку.
Обеденный стол со шпанированной столешницей. У него нет острых углов, они округлые. Подстолье сделано из брошированного металла золотого цвета. Посмотрите, как аккуратно сделаны стулья. Несмотря на то, что швов довольно много, они сделаны ровно, один к одному. Стол стоит на металлических ножках и имеет полукруглую базу. Кроме того, у этой модели есть вращающийся механизм, который позволяет поворачиваться примерно на 180 градусов. Два массивных блока натурального мрамора, которые выполняют функцию журнальных столиков. Диванные модули, которые смотрятся замечательно как отдельно, так и в комплекте с диваном. Например, как модель Клану Минотти. Он придаст дивану массивности, и это отличный прием, особенно для больших пространств. Конструкция модулей простая, объемная база, тяжелый валик и подушка под спину. За счет тяжелого валика на подушку можно облокачиваться, и она вас удержит. Модель дивана, которую мы уже видели в другом шоуруме, она называется «Campus», дизайн «Atuzzi Italia». Переходите по ссылке, чтобы увидеть больше мебели в таком стиле. Данный поставщик снабжает диван матовыми золотыми ножками, которые отлично сочетаются с оливковыми подушками и декоративным замком на спинке. Материал твердой спинки – это текстиль под замшу, отличается плотностью и передает рельефную текстуру плетения. Аналогичная модель дивана, она выполнена в коже, и у нее есть дополнительный столик. Здесь же есть узкая консоль под Минотти. Такой предмет всегда смотрится очень элегантно рядом со спинкой дивана и служит дополнительным местом для хранения. Обратите внимание на эту парящую над полом столешницу. Этот эффект создается за счет прозрачных акриловых ножек. Акрил здесь очень прочный. Это сам по себе прочный материал. Кроме того, ножки сделаны толстыми. Более сантиметра в толщину. Диван дизайна FlexForm смотрится свежо и стильно благодаря своей форме и необычным ножкам. Когда смотрите на диван вблизи, их даже не видно и ощущение, что диван парит в воздухе.
столик выполнен аккуратно, не видно следов сварки совсем. Единственное, что может заметить пытливый взгляд, это небольшое отличие цвета вот здесь, в месте соединения двух дисков. Издалека этого абсолютно не видно, однако все мы люди разные, а кому-то это может не понравиться, а кто-то даже не обратит на это внимания. В общем, столик смотрится аккуратно, он тяжелый и металл без дефектов. Thank you.